И вчера, значит, через нас город прошел отголосок бури, которая там на побережье сейчас бушует, маленьким торнадо. И самое главное, не молодые тонкие деревья, которые могут гнуться, а старые столетние дубы попадали. Там, сям пройти невозможно. Вчера, как обычно, я встал, полез в новости. Там мне рассказывают о глобальном потеплении, о том, что ведут ли секторальные санкции против Беларуськалия, о том, что туры в Турцию неожиданно подорожали и прочее. Прочие страшилки мне рассказывают. Если я не смотрю эти страшилки, то я лежу, пью пиво и смотрю сериал про маньяка Нагиева. Если не это, то я наслаждаюсь достижениями порнографии какой-то тоже в интернете. Интернет изобрели для того, чтобы, во-первых, мы общались. Потому что, ну, человек — это все-таки социальное животное. Driving season is officially over. How you guys? How are you doing? It was 30 seconds, man, like that. I know. Boom. We walked into the store and then it was like I was about to pay with my credit card and then it was like whoosh. How good you just rush out. Во-вторых, я бы мог смотреть здесь лекции Стэнфордского университета бесплатно и обогащать свой внутренний мир, учиться чему-то. Вместо этого я смотрю сериал с Нагиевым. И один из дубов упал недалеко от моего дома, сорвал электрический и интернет-кабели. И совершенно неожиданно, как здесь говорят американцы, мы оказались в каменном веке. Everybody is off TVs and beer now. What the hell? Получил удовольствие от вчерашнего дня. Во-первых, удалось пообщаться с соседями. Вот я тут живу почти, ну, уже конец второго десятка. С некоторыми я даже не разговаривал. Не только потому, что я необщительный, а просто они не, все заняты, никто не обращает внимания. Только с бомжами легко поговорить, пойти. Вот. А тут все разговорчивые, такие веселые, шутят. Упал дуб, не разбил дом, не разбил машину, поразительно. Съезжаются все эти службы, все снимают это дело на телефоны. See that thing? The porcelain? Do you know where it came from? Yeah, look how deep it went in the ground. Can you see that? Whoa. Yeah, there will be a lot of fixing to do. Look over there. Кроме того, я пошел, проведал бомжа Даниила, которого не видел 100 лет, взял у него интервью. No, it's in my pocket. You never find that thing to connect. It's in my other pants. You want more beer? Кроме этого, я пришел домой и две аудиокниги, не две главы из аудиокниги, а две аудиокниги подряд прослушал. То есть день прошел очень приятно и полезно для меня. Branch went on the house or somewhere. Yeah, it's probably it shut it off. Andrew, look. Давайте иногда делать, я не знаю, перерывы от всего этого. Какая нам разница? Судьба Беларуськалия, пускай волнует работников Беларуськалия на самом деле. А нам-то какая от этого собачья проблема? Мы отделались легким переломом ветки. Сегодня надо будет отпилить. Электричество уже починили. Теперь починяют интернет, так что я могу предсказать будущее. Когда починят интернет, это видео окажется у вас на смартфоне. Давайте иногда общаться с незнакомыми людьми. Если мы не можем общаться с незнакомыми людьми, давайте близким позвоним, что ли. Ничего нового я вам не говорю.
Абсолютно. Просто, ну, середина недели я получил такой экспириенс, такой трип, можно сказать, вчера приятный. И мне хотелось с вами поделиться. И, как обычно, в конце проповеди принято читать что-то из Священного Писания. Я вам прочитаю из Пелевина, цитата номер 31327 из книги «Поколение П». «Мидиис темпустатибус пласидус» – «спокойный среди бурь» – «Лефортовский кондитерский комбинат».